Смотря на план Екатеринодара, датируемый 1888 годом, понимаешь, как за столетие город поменял свой облик и границы. Эта карта была расписана еще Евгением Фелицыным, когда население едва ли превышало 40 тысяч человек. Десятки гимназий и училищ, всего несколько медицинских учреждений. Такому бы сегодня явно удивились многие краснодарцы. Мегаполис, который с каждым днем становится все больше, требует новых решений для дальнейшего развития. Что нужно отметить в новом генеральном плане, решают сами местные жители. На Вишняках сделали великолепный сквер. А стояло много-много лет вот это вот чудо из железного забора. Вот если бы еще убрали, я бы была очень довольна. Не хватает, конечно, велосипедных дорожек, это раз. И второе, это, конечно, большая загруженность машин. Школу нам большую построили, так что, в принципе, жить можно. Я так считаю. Главное, что самим надо быть более активным. Новый генеральный план Краснодара разработчики уже передали в мэрию. До конца марта его должны согласовать местные чиновники. Сегодня на заседании общественного градостроительного совета глава Кубани требует с этим процессом не затягивать. Генплан – это своего рода строительная конституция Краснодара. У застройщиков и жителей города как можно скорее должно появиться понимание, где, что и как строить. Я обращаюсь к мэру Краснодара. Евгений Ильич, вот до конца марта все, что вы хотите предложить, предложите разработчикам, а потом еще я поручаю вам, чтобы в апреле вы уже вышли на общественные слушания и максимально, еще раз подчеркиваю, вот этот проект генерального плана довели до жителей Краснодара, чтобы и они приняли активное участие в обсуждении генерального плана. Это наш город. Это их город, это наш общий город, это наша общая краевая столица. Я еще раз прошу и вас, Евгений Алексеевич, и вас, Андрей Анатольевич, запараллелить процессы общественных слушаний с согласованием на определенной стадии, естественно, с краевыми и федеральными министерствами и ведомствами генерального плана, чтобы ускорить его принятие. И еще раз подчеркиваю, ускорить и прекратить эту мутную воду, которая сегодня существует в строительном секторе. Градостроительный документ должен быть доступным абсолютно для всех краснодарцев. Вениамин Кондратьев акцентирует, обсуждение генплана – это не кулуарное мероприятие. Все должно быть максимально публично. Я прошу вас занять принципиальную позицию в отношении генерального плана. Вот все корректировки, инициативы, от кого бы они ни были, должны быть только в интересах горожан, жителей Краснодара. Я понимаю, что сейчас включаются лоббисты различного уровня. Но нас это не устраивает, меня уж точно не устраивает. Поэтому, где вы запланировали зеленые зоны, значит, они должны там появиться. Где вы запланировали детские садики, значит, они должны там построиться. Где запланировали школы, значит, школы должны быть возведены. И парковки в том числе. Все, что сегодня так раздражает жителей, когда этого нет, микрорайоны строятся, а это не строится. А как? Поэтому любые изменения, дополнения, корректировка генплана, проекта, который вы сделали, только в интересах жителей. При разработке нового документа в Краснодаре постепенно меняется подход к строительству. Как отметил мэр краевой столицы, от некоторых проектов даже пришлось отказаться в пользу развития города, чтобы оставить больше места для социальных объектов. Мы уже сегодня, я хочу доложить, вот по замечаниям, которые генпланисты нам выдали, 11 проектов планировок мы вообще отменили, по 10 сделали приостановку их реализации, то есть их вообще будем пересматривать. Сегодня Краснодар – это 16-й город-миллионник в стране. За последние несколько лет кубанская столица совершила колоссальный рывок, такой, что имеющихся школ, детских садов и поликлиник резко стало мало. Это сильно затормозило развитие краевой столицы, поэтому в первую очередь в новом генеральном плане разработчики определили участки для возведения новых социальных объектов. При этом речь идет не только о строящихся микрорайонах, но и о существующих, где сейчас особенно острая нехватка. Для каждого объекта соцкультбыта, для каждого детского сада, для каждой школы, для каждого объекта, который размещается, мы выделили земельный участок, мы его проработали, мы составили список этих земельных участков, передали также городу для того, чтобы ни в коем случае не было в дальнейшем возможности использования.
Настоящий бич города – микрорайоны с плотной застройкой. Многоэтажки здесь возводились одна за другой. Кажется, место для школы и детского сада, не говоря уже о парковках, найти сложно. Такие «муравейники», как прозвали их в народе, должны остаться в прошлом. Благодаря новому генплану в Краснодаре должна произойти полная перезагрузка градостроительной политики. Важно быть системными, последовательными, и все должно быть в рамках правового поля. Правовое поле будет только тогда, когда у нас будет генеральный план. Там как минимум 60% планировок территории будет привести в соответствие с генеральным планом. Потому что, как правило, 60% сегодня планировок территории абсолютно не обеспечиваются ни детскими садами, ни школами, ни парковками, ни зелеными зонами. Я про них уже даже молчу. Не обеспечены. Вот в чем вопрос. Поэтому быстрее генплан. Потому что надо, иначе начнут строить, и застройщиков не можем держать. Это, да правда, это же бизнес, это строительный бизнес. Ну, да давайте создадим для них алгоритм. Понятный, прозрачный, результативный. Заседание градостроительного общественного совета сегодня на редкость получилось коротким. Обсуждение длилось чуть больше 2 часов. Активистам и местным властям спустя долгое время удалось договориться. Однако на этом работа вовсе не заканчивается. Впереди публичное обсуждение. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.